Начнем со срочных сообщений из Нижнего Новгорода. Там горит общежитие медицинского университета. Площадь пожара достигла 1000 квадратных метров. По последним данным, 9 человек пострадали, двое госпитализированы. Огонь по перекрытиям перешел на чердак здания. В ликвидации пожара участвуют 75 спасателей. Им удалось эвакуировать почти 100 человек. Нижегородские пожарные спасли 12 человек. Сегодня ночью поступило сообщение о пожаре в квартире на 7-м этаже жилого дома по улице Коминтерна в Московском районе. К моменту приезда пожарных горела одна из комнат. Было плотное задымление. Личный состав спас 12 человек, в том числе 2 детей, с помощью масок. Еще 13 человек были эвакуированы по лестничным маршам. Значит, в ангаре нашли запасные части автомобилей, металлолом, порядка 3 кислородных баллонов, 3 пропановых баллонов. Тушение не присутствует. Надо идти.